Я не являюсь политическим лицом, я не являюсь политическим деятелем. И я не заявляла и декларации, и не делала декларации. Это выступление на научно-практической конференции. Оно не может быть расценено как политическая декларация. И на уровне государств никаких нот в адрес Республики Молдова не поступило и не может поступить. Потому что я не являюсь тем лицом, который имеет право делать такого рода декларации. Я высказала мнение в своей научно-практической статье. Вы не допускаете, что отношения между Молдовой и Арменией могут изменить? Нет, не допустим. Госпожа Григорьева, вы сказали, что не хотели обижать армянский народ. Но вы по факту его уже обидели, как вы заметили. Вы готовы привести извинения? Я никого не обижала, и поэтому я никаких извинений приносить не буду.